Госдума приняла законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, использующихся россиянами только в личных целях. Техосмотр останется обязательным для такси и транспорта, который занимается перевозкой пассажиров, а также для личного автотранспорта, применяющегося в служебных целях. Планируется, что новые правила вступят в силу в 2022 году. Правительство России решило запустить реформу тарифов на электроэнергию для населения. Регионам предоставили право самостоятельно устанавливать предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам. Гражданам, превысившим этот минимум, предстоит платить за электричество по более высокому тарифу. При этом методика вычисления такого объема еще не разработана. Минприрода выявила в России 35 городов с наиболее загрязненным воздухом. Это, к примеру, Махачкала, Ростов-на-Дону, Кемерово, Улан-Удэ и другие. Эти города могут стать частью обновленного федерального проекта «Чистый воздух» летом 2022 года. В основном это Дальний Восток, Сибирь и Урал. Список утвердят до 30 июня 2022 года.